několik výstavek, jaké jste jí, tak jiný a velmi úspěšný, a je to hlavně trenér Sůl. A kdo bude, kdo bude tedy? Jaroslav? Друзья, выставка, выставка, это всегда шоу, это шоу. Наша задача, кто будет выставлять собаку, сделать, показать собаку в лучшем свете. Лучше, выставка такая есть. Я сказал, что это шоу, а наша улова, как выставателя, это предвести псов в чем наилучшем свете. Первое, собака сюда выставляется, стоит в левой руке. В левой. Поправе, пса держите в левой руке. Потому что эксперт всегда стоит в центре. Собака бежит. Если эксперт смотрит на движение, если вы берете собаку с правой стороны, вы перекрываете осмотр. Все держите, как указывал Арчи, в левой руке, с тем, что бегаете таким способом, чтобы розовца, который есть в среде, в кругу, на то пса видел в целой дольше. Если бы вы это держали наопак, в обачной руке, так бы вы своим телом закрывали третину или полку пса. Разум. Ошейник. Это для выставки такой ошейник плохой. Надо никто собаку себе. Должна быть удалка. Да, 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 удалка. Да. На выставу. Je obojok tohto typu zlý a nepraktický. Správny typ výstavného obojku za chvíľočku bude ukázaný. Nazýva sa klasický sťahovák. U silesiackej ovčarky charakterné porodné, charakterné для ovčarky подвес. Подвес вот здесь висит. Да. И ошейник затягивает, его не видно. Это портит собаку. Характеристическим знаком племена є лалок. Подвес, у вас подвес, je to typ, je to znak, ktorý vystihuje to plemeno a obojok takéhoto typu zabrání tomu, aby ste dokázali ten podvez alebo ten lalok na tom koncu ukázať. Malinké. Malinké. Nie, on s povodkom, on že kalcu podstihuje. Na malinké, nie lázi do basku. U nás je rečiasko. Vám to si to musí nastaviť. Ako sa mu to má Не сразу собака преобразилась. Шея. Арсен, пошли. Вот, подвес. Да, да. А собака, собака смотрит всем по-другому. Никогда, никогда не делайте его так. Это очень плохо, это некрасиво. Вы портите собаку. Очень портите собаку. Pes má byť vystavený takým spôsobom, aby tento lalok alebo ten podvezok bol viditeľný. Pri takom prípade, keby ste ho priškrtili a tú hlavu vyťahli hore, tak znak, ktorý to plemeno prezentuje, teda tento lalok, by bol zakrytý a vlastne by to deformovalo celkový exteriér psa. Вот так вот должна стоять собака. Можно, можно коленом здесь её помочь, чтобы она не завалилась, не прогибалась, чтобы она стояла красиво и ровно. Вот, вот. Takto nejako by ten psík mal stáť, ako je predvedený, s tým, že keď dajme tomu toho psa nejakým spôsobom určite, môžete si kolenom od toho psa sa opreť, aby ten pes sa na vás neprevaloval, ale si tým kolenom udržíte, aby tá vrchná línia nebola, aby to nebolo esičko, aby to bolo rovné, ten pes stál. To koleno máte ako pomôcku. Ну и, конечно, движение. Если она сейчас, это у нас характер, если она покажет движение, движение должно быть легкий аллюр. Легкий аллюр, не галоп. Она не должна прыгать, она не должна, она должна быть легкий аллюр. Итак, 20 кругов. То есть, собака не подстраивается не под человека, а человек подстраивается под собаку. Она будет свободна, легко, чтобы показать хорошее движение, сбалансированное. При предведении пса є потребно, аби ще предведли таким способом, як Арчи указал. Teda pes musí kúsať alebo cválať takým pohybom, ako to bolo predvedené. Nesmie skákať, mal by prinule behať vedľa vás. Tak to nejakú to asi malo vypadať. Ну же, это же как эксперт. Если эксперт скажет шагом, надо идти шагом. Шагом просто идем. Keď vám rozhodca povie, že ideme krokom, tak to psa vlastne krokom vediete pri sebe. Potom môžete prejdete do ľahkého klusu,
A takýmto spôsobom to obsadne aj to prevádzate. Ten pohyb. Поставили стойку, поднимаете, берете под руки, поднимаете, и у него лапы сами стоят прямо, красиво и ровно. Са при поставлении мирно подвините на груди с тем, что власне та предная нога автоваци идет кольмо доле, са себя положите доле, а потом идете ту заднюю линию, си управите. У меня все есть какие-то вопросы, пожалуйста. Z Arčího strany to je všetko, keď máte nejaké otázky, je vám k dispozícii. Keď je Bišev Krúhal dominantný. Je to problém, ne? Ja poňal, je to charakterný kabel, da? Da. Držať na distanciu medzi sobakami, čoby ne ukusil. No i... Ne dušiť ho sam, ale vietno podnímajte. Keď máte v krúhu viacej dominantných zvierat, tak držať svojho psa na distanciu od ostatných, ale v žiadnom prípade ho neškrtiť. Držať ho na distanciu, ale neškrtiť ho. Я хочу попросить извинения у владельцев Арзу, я сейчас ее дерну, чтобы не обижались. Если доминантный кобель, он бежит, начинает прыгать. Просто, просто. Если бы вас этот пес начал тягать, то шкрбнуть им, заставите его набрежить, шкрбните его, но не смечите его. С тем шкрбнутием, то пса спомалите, або... Ну, не знаю, у меня все. С его стороны все это утаски. Как насчет скорости движения? Как ее лучше подбирать? Под собаку. Под собакой. Разная собака по-разному разгоняется, разная собака по-разному бежит, но должен быть легкий аллюр. Не галоп, легкий аллюр. Для меня это медленно. Я хочу бежать быстрее. Но она быстрее, она уже пойдет в галоп. Она будет уже прыгать. Но задача хендлера максимально лучше раскрыть собаку. Не хендлера. Показывается собака. А выставка это шоу. И судья оценивает не боевые заслуги, не характер, экстерьер. И ваша задача показать экстерьер. Да, Мира, мы же с ним то пить. Не давал вам позор. Так я сам то похопила, так же выставка. Они русские понимают, я... Но люди не понимают. Похопила сам аккурат то, что не маете глядеть на себя, а трошки выставляете пса. Не презентуете себя, а свои звера. Пса, так же будете вообще внимать того пса и послушать того пса, омовам се. А мне все так сказал, что не на выставке се не послушает характер того пса, але экстерьер. Так же там вообще не можете указать, jaký ten pes ve skutečnosti je, protože ten FC je rozličí. Ani se Kaňová se naučila rusky zabavit. Ano, to bylo rusky. Takže vám ukazuje prostě exteriér. Jo? Hodnotí to, jak ten pes vypadá v danou chvíli, ne jaký je. Ну и, конечно, должен быть контакт с собакой, потому что если контакта нет, собака слушаться не будет. Учите мать с обсом приятельский стяг, аби ты с неким способом вас познал, а с ним потом лепше працует в том клубе. Еще есть вопросы? Вам еще какие-то вопросы? Спасибо. Спасибо.